Ида Галич рассказала, что не уважает тех представителей шоу-бизнеса, которые увеличивают популярность за счет интриг и скандалов. Об этом она рассказала в интервью в рамках ВКФС 2023. «Мне кажется, что такие понятия, как хайп, интриги, скандалы настолько уже в прошлом», считает блогер. Но, к сожалению, ситуация далеко не всегда складывается в рамках приличия. Иногда нет выбора, и тебе приходится отвечать так, как получается. «Но я стараюсь этого не делать, до крайней какой-то степени нагнетания ситуации», призналась телеведущая. Ранее популярная блогер и ведущая Ида Галич отреагировала на пост с критикой ее внешности, опубликованный в телеграм-канале «Двойная сплошная». Ида заявила, что ее полностью устраивает, как она выглядит. Галич разместила скриншот поста, в котором авторы оставили язвительный комментарий о размере ее груди. «Вот, пожалуйста, телеграм-канал, который периодически казался мне забавным, видимо, имеет несколько админов. Один из них тупый и невоспитанный», написала она.